75-ю годовщину десногорцы встретили, как и всегда, на Кургане Славы. Вот уже много лет в этот великий для смолян день на мемориале проводятся митинги. В память о защитниках Отечества, отдавших свои жизни ради мира и спокойствия, и захороненных на нашем поле памяти бойцов Красной Армии, настоятель храма всех скорбящих радость, протоиерей Виталий Сладков, провел заупокойную литию. И плац замер в минуте молчания. «24 сентября к 8 могилам бойцов, останки которых найдены и подняты в ходе работы десногорских поисковых отрядов, добавилась еще одна. В ней нашли упокоение 204 красноармейца. Почтить память героев и возложить цветы на поле памяти и к братской могиле рядового Комарова Иосифа Сергеевича и троих неизвестных солдат пришли представители администрации, Смоленской атомной электростанции, предприятий и организаций города, учебных учреждений». Люди искренне и от души идут на курган и возлагают цветы, потому что сколько мы будем жить, мы должны об этом помнить. Должны помнить наши дети, наши внуки. Мы должны хранить это и передавать из поколения в поколение. Я считаю, что каждый человек, который живет на Смоленщине, должен отдать честь и дань памяти тем, кто погиб в этой тяжелой и трудной войне. Война не закончена, пока не похоронен последний погибший солдат. По официальным данным, до сих пор не захоронены останки более миллиона человек. И есть разница между словами «убит» и «пропал без вести». Каждая семья до сих пор надеется узнать судьбу своего героя. 75 лет прошло с тех пор, как фашистский сапог последний раз топтал Смоленскую землю. Почти в каждой русской семье есть погибший защитник Родины. Мы всегда будем чтить и помнить подвиг героев. Светлана Разганова, Юлия Соболева, Десна ТВ.